Привет, это я, Аленчик, добро пожаловать на мой канал. И сегодня я подготовила очередную подборку моих поделок, которые я сделала своими руками. И эти поделки можно подарить в качестве подарка на 8 марта. Так что, девчата, я вас всех поздравляю, желаю вам здоровья, счастья, любви. Кстати, идет Масленица, я даже не успеваю снять на эту тему видео, я только сегодня узнала, что она уже скоро закончится. А может, и успею, не знаю. Надеюсь, вам эти поделочки понравятся, и я не буду затягивать более. И поехали! И вот что мы сейчас будем делать. Я нашла вот такую дощечку из прессованного картона. Это ДВП, наверное, называется. И мы сейчас будем делать декупаж. И в ход пойдут все слои салфетки. Перед этим я ее окрасила в белый цвет акриловой краской. Дальше раскрашиваю и тонирую розовой и голубой по углам, как видите. И когда я разделила салфетку на три части, я по углам сначала приклеила те, которые без рисунка. На них слегка просто виден рисунок и текстура. А потом уже я приклеила основную с помощью клея и ПВА. И, как видите, я все выровняла, высушила. И дальше я нашла вот такие канцелярские гвоздики и начала делать контур. Но вы не подумайте, что это все. Сейчас и родится основная идея, для чего мне это все нужно. Я прибиваю гвоздики с помощью пинцета и молоточка. И теперь самое время признаваться, что я собираюсь сделать. Это у меня доска для фотографий, либо для записок, либо из нее можно сделать доску желания. И крепить любой элемент можно, либо фотографию, либо записку, закладывая ее за вот эти шпажки, которые я установила между вот этими канцелярскими гвоздиками. И так как эти гвоздики прошли насквозь через основу, они длинные оказались, я нашла такой же кусок прессованного картона и просто с помощью молотка дозабила его сверху первого, и гвоздики остались в середине полотна, больше они мне не мешали. Перед тем, как поверху их соединить, я протянула бечевку, она будет уже петелькой и будет держать всю конструкцию. И как видите, с левой стороны я сделала еще букетик такой. Эта ткань похожая на фетр, то есть я вырезала полосочки, изготовила из них цветы. По-моему, классный получился предмет, очень нужный и полезный. Нашла я у себя как-то такую красивую вазочку, но она вот мне вообще не нравилась, я каждый раз искала ей место. И решила я ее раскрасить и сделать на ней декупаж. И сделала я ее в трех вариантах. Сейчас вы видите, как я делаю первый, то есть я ее покрасила белой краской акриловой. Дальше ее тонирую такой сиренево-голубой цвет. И вот я нашла такую салфеточку, вырезала из нее рисуночек. Предварительно я немножко зашкурила жесткой такой наждачкой вот ребра, где у нее там рисунок идет. По-моему, получилось прикольно, но я буду делать следующий вариант. Сейчас я буду делать другую концепцию. Помните, я даже делала такой футляр из этой салфетки. Тоже использовала вот этот мак. И, конечно же, предыдущий дизайн я полностью смыла. Соответственно, я снова покрыла вазочку акриловой краской. Но решила ее пока не тонировать. Хочу сначала наклеить красный мак. Но он достаточно крупный, чтобы лечь идеально вот на эти выпуклые или впуклые формы. Я с помощью воды и клея ПВА потихонечку его спускала на более такую вот выпуклую часть вазочки. И там, где надо, я помогала себе рукой. Уже было красиво. В принципе, можно было бы дальше ничего не делать. Но я была бы не я. Значит, решила я еще вырезать вот такой боковой элемент, типа бутон, не раскрывшийся. И дальше я еще вырежу вот эту полосочку, которая зелененькая, идет с коробочками от мака. То есть я доделываю какую-то композицию. Вообще хочу сказать, что декупаж сам по себе очень такое приятное дело. То есть приносит очень много удовольствия. Да, первое время у вас не будет получаться расправлять салфетку, но это дело опыта, поэтому раскрашивать вот акриловыми красками, там, менять композицию, переделывать, находить интересные салфетки, я вам рекомендую, реально, вам понравится. И еще я решила затонировать вазочку бледно-бледно-голубым цветом, ну, чтобы было как бы покрасивее, что ли. И потом уже на маке я рисовала такие точечки беленькие, то есть как бы доразрисовывала. Дальше я взяла
жесткий такой ножичек. И там вот, где у вазочки были ребра, вот видно, как бы, где я шкурю. То есть там, где горбинки на вазочке, я их зашкуривала. Ну, чтобы появилась какая-то фактура. Зря я это сделала, потому что там на вазочке был свой рисунок. И там, где я зашкурила, попались голубые цвета, которые мне на этой вазочке вообще были не в тему. Соответственно, я решила, что я делаю третий вариант. И снова я все смыла. И все опять затонировала. И сейчас я делаю все в розово-фиолетовых тонах. И я нашла вот такую салфеточку с ветками лаванды мелкими. И я вырезала как можно больше, ну так про запас, чтобы мне хватило заполнить всю лицевую часть вазочки. Дальше я срезала вот такие полосочки и оформила боковинки. Они такие в горошек, очень прикольно. И дальше я наклеиваю вот эти маленькие веточки лаванды. Кстати, оказался самый легкий способ декора именно вазочек, так как эти элементы маленькие, они ложатся в любом направлении, на любую форму, в пуклую или выпуклую. И вот финальный результат. Наконец-то я ее добила, покрыла лаком. И она, кстати, очень классно смотрится с одним подносом, который я показывала в прошлом выпуске. По-моему, получилось замечательно, очень красиво, очень по-весеннему. Вот такую вазочку не стыдно подарить. Для третьего изделия мне понадобится надувной шарик. Дальше я его обматываю с помощью бечевки. И промазываю клеем ПВА. Желательно клей ПВА немножко разбавить водой, чтобы не образовывались никакие пленки. И после этого я тонирую вот этот шар в белый цвет и слегка голубой. После этого я беру ткань, похожую на фетр. То есть это вообще полотенце для кухни, для того, чтобы туда стекала посуда. Ну, я его использую как поделочный материал. В общем, я взяла два листа этого материала. Один фиолетовый, другой зелененький. И один я полностью нарезала на длинные полоски. Они, по-моему, где-то в 50 сантиметров в длину. И вот таким образом я делаю цветы. То есть это сейчас будет главное, что я буду делать. А из салатового листа я буду делать лепестки в произвольной форме с помощью ножниц, которые имеют такие зигзообразные лезвия. Такие же розочки я делала в первой подделке, там, где был фиолетовый букетик с левой стороны, если помните. Вот вы видели, как я крутила вот эту полосочку? Просто вы каждый раз ее переворачиваете и перегибаете, чтобы получились лепестки. И вот первый цветок у меня готов. И я теперь это делаю максимально быстро. Уже не так медленно вам буду показывать. В общем, самое главное сделать как можно их больше, чтобы полностью заполнить этот шар цветами и лепестками. Главное делать это все равномерно. Я все клеила в шахматном порядке, ну плюс-минус на глаз. Главное, чтобы они как-то распределялись равномерно. И сейчас вы увидите финальный результат. Знаете, почему я решила, что вот эта подделка классный подарок на 8 марта? Потому что цветы умрут через 3-4 дня. А этот декор всегда будет миленьким, красивым. Его можно повесить и на балконе, и в зале, в любой комнате. И он действительно радует глаз, и он еще в таком эко-стиле. Я бы от такого подарка, который сделан своими руками, не отказалась. У каждой хозяйки есть какая-нибудь старая доска для нарезки. У меня вот такая нашлась, которая немножко заплесневела с одной из сторон, так как она лежала возле умывальника, там всегда была вода. И я ее загрунтовала белой акриловой краской. Дальше затонировала в такой желтый с оранжевым цвет. Нашла классную такую салфетку в египетском стиле. И начала ее приклеивать с помощью воды и ПВА. И как видите, я края немножко вот ногтем отщипывала, чтобы был такой эффект, как будто она на папирусе, вот эта дама, которая на изображении. И еще на салфетке были вот такие прямоугольнички в виде каких-то статуэток, таких интересных. Мне понадобились такие три полосочки, я их интересным образом расположила.
А дальше я накладываю мазки то белой краской, то прям желтой-желтой, то красной-красной. Ну, создаю такой интересный эффект состаривания, как бы. В общем, включила фантазию. Осталось дело за малым. Дать доске высохнуть, покрыть лаком. И, конечно же, вы резать будете не с этой стороны, а с той, которая нормальная. Я всегда мечтала попасть в Египет. Я очень много книг прочитала про эту страну. А если вы хотите сделать подарок для девушки, которая мечтает о другой стране, сделайте рисунок, который напоминает о ней. И так как мы часто все режем, можно помечтать, а вдруг сбудется. На этом все. Надеюсь, вам все понравилось. Напишите в комментариях, какая поделка вам понравилась больше всего. Так что поддержите меня пальчиком вверх, подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Поздравляю вас с вашим праздником, с наступающей весной. Мы, наконец-то, дождались солнышка. Так что желаю всего хорошего, удачи, любви, здоровья. До новых встреч и пока!